не жалуется, она не плачет, она не проявляет агрессию. Мне нравится, не знаю, мне просто впал в душу. Много видела лошадей в плохих условиях и предлагала просто хозяевам взять их на реабилитацию к себе и возвращала их обратно. Приезжать к нам, проводить прогулки на лошадях для деток с 3 лет. Можно приезжать учиться верховой езде и общению с лошадями.